Друзья, всем привет, с вами канал Observer, меня зовут Артем, и в сегодняшнем видео мы поговорим о такой полезной вещи, которой часто комплектуются бинокли, зрительные трубы и монокуляры, как угломерная сетка. Поехали! Итак, друзья, угломерная сетка – это специальная шкала, которая наносится на окуляр прибора и с помощью которой вы можете примерно определить расстояние до объекта, габариты которого вам известны. В случае с угломерной сеткой такими габаритами будут являться длина либо ширина. Также существует и другая версия подобной шкалы, которая называется дальномерная сетка. Чтобы воспользоваться ей и определить расстояние до объекта, вы должны знать уже его высоту. Но помогать нам в сегодняшнем обзоре будет бинокль Комс BPC-S8x30, на правом окуляре которого как раз-таки нанесена нужная нам угломерная сетка. Давайте посмотрим, как данная шкала выглядит изнутри окуляра, как ей пользоваться, какие у нее преимущества и нюансы использования. Ну и, конечно же, обязательно потестируем. Поехали! Вот так выглядит угломерная сетка биноклей Комс. Цена деления на ней 5 единиц. Обратите внимание, шкала помимо 100 единиц по горизонтальной оси дополнительно содержит 20 единиц по вертикальной, в связи с чем присутствует возможность определения расстояния до небольших объектов не только по их длине, но и по высоте. В отличие от дальномерной сетки, на которой сразу нанесены показания с расстоянием до типовых объектов высотой 6 метров и 175 сантиметров, угломерная предполагает, что пользователь должен проводить все расчеты самостоятельно. Само собой, это не очень удобно, особенно во время активного слежения за целью, когда у вас нет времени для того, чтобы отвлечься и пересчитать расстояние на калькуляторе. Итак, расчет расстояния до объекта, габариты которого вы знаете, производится по следующей формуле. Длина объекта в метрах делится на количество единиц шкалы, которые он занимает. Таким образом, вы получите примерное расстояние в километрах, а для того, чтобы перевести его в метры, просто умножьте это значение на 1000. Давайте посмотрим, как это работает на конкретном примере. Итак, мы наблюдаем за одним из классических образцов отечественного автопрома с помощью бинокли Комс BPC-S8x30 с угломерной сеткой. Примерная длина седанов УАЗ с модели 2101 по 2107 составляет около 4 с небольшим метров. Мы видим, что автомобиль занимает на шкале 40 пунктов. Для измерения расстояния нам необходимо разделить 4 на 40. Мы получаем значение 0,1. Это расстояние до машины в километрах. Для того, чтобы получить данные в метрах, просто перемножим 1/10 на 1000. Итак, мы получили расстояние 100 метров. При проверке через карты Google мы получаем практически идентичный результат, порядка 95-98 метров. Таким образом, сетка позволила нам достаточно точно определить расстояние, хотя погрешность, конечно, выше, чем у лазерных дальномеров. Ну а вот так выглядит данный автомобиль без увеличения с нашей точки обзора. Итак, друзья, как мы с вами убедились в ходе теста, угломерная сетка – это действительно полезная вещь, с помощью которой можно определить расстояние до объекта, габарита которого вы примерно представляете. В чем же ее преимущества и недостатки по сравнению с более современными решениями, например, с лазерным дальномером? Начнем с того, что угломерная сетка – это полностью механическое решение, она не зависит от источника питания. Например, в лазерном дальномере у вас может сесть батарейка, и им вы воспользоваться точно не сможете. Во-вторых, угломерная сетка не требует никакой дополнительной юстировки. Она точно наносится на окуляр в заводских условиях с учетом конкретного увеличения конкретного прибора, и вы можете быть уверенным, что со временем она никак не расстроится. Угломерная сетка – это угломерная сетка. Лазерный же дальномер со временем может допускать достаточно большие погрешности, о чем вы можете и не подозревать, поэтому его периодически нужно обязательно юстировать. К преимуществам же лазерных дальномеров, конечно же, нужно отнести их высокую четкость. Современные модели допускают погрешность, ну, конечно же, как мы уже сказали, при правильной юстировке всего плюс-минус 1 метр, чего не скажешь об угломерной сетке. Все-таки она позволяет определить расстояние очень приблизительно. Также к преимуществам лазерного дальномера нужно отнести наличие подсветки, что позволяет работать не только в дневных, но и в ночных условиях. Конечно же, иногда и бинокли обладают сеткой с подсветкой, но далеко не всегда. Кроме того, лазерные дальномеры зачастую обладают дополнительными функциями. Как правило, это измерение скорости движущегося объекта, что опять-таки
дополнительный плюс. В целом же, друзья, если вы за классические методы определения расстояния до наблюдаемого объекта, не доверяете электронике и не хотите заморачиваться с батарейками, то угломерная и дальномерная сетка в классических полевых биноклях – это решение именно для вас. Немножечко приноровиться, и вы сможете определять расстояние практически до любого объекта с достаточно высокой точностью. Друзья, ну а на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях под видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и нажмите на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нашем канале. Также, если у вас есть интересные истории или какие-то наблюдения о том, как правильно использовать дальномерную или угломерную сетку, оставляйте все это дело в комментариях. Давайте делиться информацией и общаться. Я надеюсь, вам было интересно. Я с вами прощаюсь. Всем пока!